женская половина во мне сейчас закричала. Антон, это прекрасно, не отдавай этот букет ни в коем случае. Убегай с ним, поставь его дома в вазу. А мужская половина, она сильнее, она говорит: Воля, этот букет, он отражает часть того прекрасного, что есть в тебе и в том, что ты делаешь. Аплодисменты.